на люстры. Это как раз стиль. Это стиль. И вам очень сильно повезло. Вот это вот все создали людям с большим вкусом. И вот ваша непростая, но очень интересная задача стать тоже стильными людьми. Каждый человек найдет свой стиль. Я могу тоже сказать, давайте поэкспериментируйте, да? Поэкспериментируйте со своей внешностью, с манерой общения, с манерой одежды, с манерой, ну, всего, чего у вас есть. Но это должно быть в меру. Не перебирать. Лучше чуть не добрать, чем казаться таким. Смотрите все, что современное, то, что интересное. Собирайте это. Будьте этим магнитом. И потом, вот на основании вот этих знаний, которые вы получаете, резонируйте. Вы должны стать интересными людьми. Это внутренний такой вот настрой. Внутренний настрой, да. Вот обращайте внимание на людей вокруг. Очень много вещей они подсказывают вам сами. Те, которые приходят, с теми, с которыми вы общаетесь. Очень сильно привлекает людей сила духа. Да? Вот не случайно нас харизматичные личности привлекают. У них же есть уверенность. Представьте, Наполеон, который сомневался, идти в Россию или не идти. Да нахер ты нужен? Не пойду я с тобой. Тот, который говорит, блин, я завалю весь мир. Женщины любят мужчин, которые обещают им весь мир подарить. В результате и сотые, и миллионные доли они это не получают. Но им хочется в это верить. Мужчинам хочется верить в вечную какую-то, не знаю, любовь, влюбленность, не знаю. Все же понимают, что будем стареть. Все равно мы понимаем, что время возьмет свое. Но тем не менее у нас хватает силы бороться с этой вечностью. Ожидать, что мы будем любить, жить и как-то вот таким образом это делать вечно, но на самом деле мы живем очень маленькое время. Только свободу человек может, скажем, иметь вот эту уверенность. Вернемся к нашим знаниям. Да? Наш гость современный, красивый, сильный человек, да, предположим. Ну, хочется нам таких видеть. И к нам он приходит за определенной атмосферой, за комплексом услуг. Он приходит не только покушать, не только послушать музыку, а все сделать это в комплексе и с чувством стиля, с чувством гармонии, да? Когда ты слышишь современную музыку, стильную, да, вот не знаю, джаз, соул, это все что угодно, комбинация, вот это, да? Вот как маски импрессиониста, да? Они желтые, красные, они крупные, большие, маленькие, там, с поворотами, с прямыми, там, не знаю, с руками, с отпечатков ног, да, вот. А как это описать? Это описание настроения, да, как наш мир. Здесь еще темно, но здесь вот закат, ой, рассвет, там, не знаю, вода, солнце, да, уже бетон, железки, неровные, кривые, но в этом мы ищем тоже гармонию, да. Когда мы смотрим инсталляции, очень интересные, там, не знаю, урбанистические, тоже в этом есть красота. Но также есть наш мир, также наши гости, которые, ну, приходит с своим настроением. Человек приходит сюда и ждет от нас, что мы именно такие. И мы именно такими должны быть. У нас современная кухня, у нас современный интерьер, у нас интересная музыка. У нас должны быть интересные люди. Я вчера проехал по Иркутску и обратил внимание, что очень часто я встречаю в сервисе, да, в тех людях, которые со
личность, а все люди закрываются. Я все равно раскачиваю. Говорю, ребят, давайте пообщаемся, давайте пошутим, давайте вот начнем разговор. И они сильно отличаются уже от вас. Я не знаю, не то, что мое предвзятое отношение, но тем не менее, вас уже подбирали люди со вкусом. Вы уже работаете совсем в другом заведении. И тем не менее, вы уже отличаетесь. В хорошем смысле слова. Не могу сказать, что вы идеальны, но вы идете правильной дорогой. И гость от нас ожидает именно вот... Вот не случайно здесь люди. Вы обращали внимание, что и гости здесь необычные. Сюда идет определенная категория гостей. Это воспитанные люди. Они точно знают, что они хотят. Это не просто зайти кофейку попить. Это не пустые люди. У вас есть идеальная возможность, вы наполняетесь, и гости рядом вас тоже наполнены. Наполнены своим миром. Вам надо подстроиться и быть на их уровне, на их волне. Вы можете, да, быть, знаете, как у кого-то может быть университетское образование, у кого-то большой жизненный опыт. Опыт это тоже, знаете, как воспитание. Это тот багаж, который позволяет людям быть, именно вот личностью. Бесконечно можно об этом разговаривать. А будем разговаривать, скорее всего, о том, чем мы занимаемся. Мы занимаемся зарабатыванием денег. При том, при всем, что мы хотим это делать красиво, стильно, не знаю, с шиком, да, мы должны никогда не забывать о том, что мы здесь не занимаемся кулинарией, не занимаемся там, не знаю, интерьерными вещами. Мы просто зарабатываем деньги. Потому что у нас коммерческое предприятие. У всех предприятий есть коммерческая направленность. Мы все стараемся это сделать. Просто разными способами. Мы продаем атмосферу. Мы продаем кулинарию. Мы деньги зарабатываем на коктейлях, на кухне. Это основная часть. А все остальное это вспомогательно. Вот для того, чтобы это делать правильно, да, вернее, для того, чтобы люди охотно за это платили, у них должна быть полная уверенность, что вот, знаете как, человек, выходя из заведения, он понимает, что его не обманули. Вот когда заплатил он 1000, 1500 или 10 тысяч, не имеет значения, он должен получить удовлетворение. Когда он выходит и про себя думает, прикольно, но несколько дорого, да, вот дорого. Это вот немножко чуть-чуть не доработали. Понятно? Нет? Выходя отсюда, у человека должно быть удовлетворение, что он потратил то количество денег и получил столько удовольствия, там, не знаю, гармонии, да, какой-то. Вот зачем он приходил? Только тогда человек с уверенностью вернется в следующий раз. Мне кажется, вот если это сложно, да. Сложно померить. Но мы должны, знаешь как воспитывать детей? Им объясняют, что такое хорошо и что такое плохо. Не всегда мы можем сразу объяснить сложный термин. Да? Ребенку очень сложно объяснить, что такое гармония. Но он должен знать, что такое есть. Он должен стремиться к этому. Поэтому вот я должен об этом разговаривать. Мне сложно это будет вам описать. Это придет только с опытом. Придет, вот когда вы будете наполняться, да, вот именно своей гармонией, да, которая вот позволит, кому-то не позволит, да, кто-то не сможет стать личностью. Жаль, но вот так бывает. Призываю вас к тому, что наполняться. Я говорю, вот вы должны быть изнутри сильными и добрыми. Почему сильными? Потому что только сильный человек может быть добрым. Слабые люди становятся злыми, недовольными жизнью. Чего я говорю, надо улыбаться. Но именно как раз формирование уверенности в себе. Сила, она приходит не от мышц, она не приходит.
финансовой состоятельности, а внутренней гармонии, когда все идет вот в равновесии, когда ты уверен в том, что вот как это, Сергей Бодров, ну что ты, денег украл, счастливее стал? Да нет, говорит, я сильнее, потому что я прав. Да, вот это внутренняя правдивость и понимание, что мир меняется, да, черная полоса, белая полоса, там, да. Китайцы придумали книгу «Перемен», да, которая описывает, что мы оказываемся, не читали, не знаете, что это такое. Но это некий трактат типа Библии, да, только китайской философии. Она существует в нашей стране очень большое количество времени, еще дореволюционные философы, там, не знаю, переводили ее. Вот. Это некий трактат, который описывает, я не помню, 36 позиций в жизни человека, да, в которых рекомендовано, как себя вести. Да. Это некий, скажем, и трактат философский, и трактат типа гаданий, да, типа, ну, знаете, как гороскоп, да, пишут. Только китайцы, они пошли дальше, эти знания очень глубокие. Там трактовка у Шуйского есть, это философ начала прошлого века, который произвел именно перевод этой книги. Самый лучший считается пока. Шуйский или Шуйский, не помню. А вот.
кулинарии. В каком случае ты бы порекомендовал просто джин в чистом виде? Если бы человек плотно покушал и закончил рыбой. Может, начал? Начал. В наших барах, в нашей стране масса вещей, которые мы вроде бы знаем, что это такое, а с чем это попробовать, чем это пить, мы вроде бы тоже себе представляем, но это у нас нету, знаешь, как внутреннего. Мы точно знаем, что водка хороша с селедкой, да? А с чем хорош там джин, ром, тоже надо придумать. Придумайте комбинации. Сейчас вот как раз современная кулинария, современный ресторанный бизнес предполагает разное сочетание, да? Комбинацию. Вот может вот такая комбинация быть интересная. Тут может он шоколадный фондан еще. Я бы не сказал. Попробуй сочетание джина, базилика и виноградного сока, к примеру. Очень необычное сочетание. Попробуй. Если есть возможность такая. Только надо вот свежий виноград, ну, свежий такой вкус винограда, или, например, виноградный сок, не заменять его там на вишневый или клюквенный. Да? Очень хорошо. Ну это так, лирика. Вот я хочу, чтобы люди, которые продавали эти напитки, да, эту кулинарию, себе уже комбинировали. Уже имели некие заготовки, да, если человек заказывает вот что-то, предложите, он откажется, если ему это не надо, если он там за рулем, он не может попробовать спиртное, вы можете предложить, там, не знаю, сок какой-нибудь, опять же, сочетание блюд, сочетание напитков и блюд, сочетание, необычное сочетание напитков с десертами, вы сами продумывайте, сами комбинируйте, экспериментируйте вот с этим. Замечайте, что как люди кушают, как они едят, да? То есть, может, кто-то что-то заказал, опять же. Обратите на это внимание. Опять же, призываю вас к информации. Наш потребитель, наш гость может чему-то нас научить. То есть, так же бывает. Бывает наоборот. Он приходит сюда, и вас же еще и учит. Вот чаще всего люди вообще не обращают на это внимания. Так делитесь этой информацией вообще, делитесь информацией. Вот у вас не хватает информации. С утра я смотрю вот такие вот. Так. Я понимаю, что может быть устали, может быть каждое утро приезжать сюда. Слушайте, мне и скучно, и тяжело, да, потому что вы работаете. Если бы вас, знаешь как, для того, чтобы, например, хорошо, успешно запустить ресторан в Италии или во Франции, собирает весь коллектив, посудомоек, уборщиц, поваров, официантов, всех управляющих, и вывозят в горы, какой-нибудь, там, не знаю, замок, гостиницу, и они вместе там живут, их наполняют литературой, информация о кулинарии, какая основная идея, и через какое-то время, когда этих людей, знаешь, как пересаживают, раз в новое заведение, люди обалдевают от той атмосферы, которая внутри сформирована, она сформирована там, в горах, там, где нету воздействия, там, телевидения, там, газет каких-то, людей, которые могут повлиять векторами, силами, да? Я не могу вас сейчас локализовать от всего Иркутска, да? Но я хочу все-таки вот как-то попробовать вас чуть-чуть сделать другими. Это интересно. Вот Михаил не даст соврать. Вчера мы приехали в заведение, а там люди, балласт, вата. Ты в них тыкаешь, а он вата. Вся энергия твоя, у тебя очень хорошее настроение, у меня было отличное настроение вчера вечером. Может быть, не выспался, может быть, еще что-то, на это не влияет. У меня было хорошее настроение, но я понял, что вот